Я стараюсь никого не обижать и быть хорошим. Даже за глаза человека не оскорблю. Даже мнение чужое уважаю, предположим. Только я никого не люблю. А люди любят. Они стоят с букетами в метро, как будто ждали свидания целый год. Люди любят хрустали, столовое серебро. Достают на юбилей, покупают коньяк и торт. Люди любят, хватают гантели, крутят педали по утрам, терпеливо выгуливают собак. Вы думали, люди не любят? Не угадали, люди любят, да еще как. Мне стало жутко, спасите Русь. Повсюду бабочки и розовые пони. Жизнь — это шутка, я смеюсь. Хотя на самом деле юмора не понял. Все в мою сторону смотрят и молчат. Я в карманы прячу мокрые ладони. Я самозванец, и меня наверняка разоблачат. И доказать это могли бы, для чего иначе людям карате и борьба. Люди любят, они кому-то дуют на ушибы, температуру мерят поцелуями лба. Люди любят, готовят сюрпризы, везут заказы, вяжут варежки и шапки, чтобы кто-то не мерз. Послушайте, ведь если добывают алмазы, значит на кольца с камнями есть спрос. Мне стало жутко, спасите Русь. Повсюду бабочки и розовые пони. Жизнь — это шутка, я смеюсь. Хотя на самом деле юмора не понял. В это мгновение кто-то был зачат. Я потею в переполненном вагоне. И романтические песни из динамиков звучат. Эти люди, ох, эти люди, ох, эти люди.